Всем привет! Начинаем очередное путешествие по выставкам для того, чтобы, как говорится, быть в теме. Вот находится выставка недалеко от меня, выставочный зал, Эрарта называется. Здесь проходит очень много выставок. У меня абонемент, поэтому я с удовольствием сюда хожу, смотрю, стараюсь делиться своими впечатлениями, видео от выставок, которые здесь проходят. Ну вот я совершенно случайно забрел в Эрарту, как всегда, и здесь проходила выставка. Она и сейчас проходит, называется «Трудно быть богом». Был такой, он и есть. Есть такая повесть Александра и Бориса Стругацких, которая была написана в 1963 году, опубликована в 1964 году в авторском сборнике «Далекая радуга». Вот был такой сюжет. По этому сюжету было снято несколько фильмов. Один из них фильм снят Алексеем Германом-старшим. В главной роли там Леонид Ярмольник. Кстати, этот фильм получил 7 премий Ники за 2014 год. Так вот, на этой выставке показывают какие-то материальные штучки-дрючки государства Арканар. То есть я так понимаю, что просто это какой-то некий реквизит, который был в фильме, который употреблялся, использовался, точнее, не употреблялся, не очень хорошее слово, наверное, использовался. В этом фильме вот написано, что фотограф Сергей Аксенов по заданию режиссера полгода снимал в музейных собраниях и фондах картины, документы, рисунки, различные гравюры позднего средневековья. Ну а Екатерина Шипкайц работала над костюмом. Было создано около 600 костюмов персонажей, принадлежащих различным социальным группам. Крестьяне, рабы, серое воинство, монахи, бедные, богатые доны, горожане. Изготовлены костюмы тысячи боевых монахов, попавших в фильм лишь мельком, то есть вторым планом. Из пеньки для фильма вязались жилеты, корсеты, варежки, чепчики для крестьян. Весь костюм и реквизит еще дополнительно красили, жгли, были различными шлангами, придавали им определенный такой вид. Сергей Коковкин создавал оружие, музыкальные инструменты, игрушки, различные мелочи. Вот. Но остальных, кто работал над доспехами, над корсажами из кожи, из шерсти, я тут перечисляю вот бегущей строкой. Вот. Очень интересно, действительно интересные какие-то вещи, которые просто вот смотришь и глаз останавливается. А если останавливается глаз, значит что? Значит, это здорово, когда глаз останавливается на чем-то. Какие-то сундучки, какие-то эскизы, наброски к будущим, наверное, сюжетам, к будущим героям, как они одеты, как в чем одеты. Вот различные, видите, здесь книжки такие интересные в переплетах, одежда, вот шапки воинов, мечи, ну и так далее, одежда различная и так далее, и так далее. Кстати, здесь сразу демонстрируется и фильм, можно посмотреть, кто не видел. Ну, я посмотрел этот фильм в свое время, ну, я спокойно, так, знаете, абсолютно спокойно к нему отнесся. Ну, здесь можно посмотреть фильм, он идет в нон-стопе. Вот. Ну и одновременно, посмотрев фильм, можно опять пройти на выставку. Фильм идет. Очень удачная, мне кажется, удачная выставка. Очень удачная и хорошая для восприятия. Рекомендую для просмотра. Приходите в Эрарту, смотрите. Вот не знаю, что еще сказать. Но рассказывать о фильме вроде как не совсем. А вот выставку посмотрите. Кто посмотрит, тот посмотрит. Ну, кто не посмотрит, тот и не посмотрит. Ну, вот, пожалуй, и все. Такая выставка у нас на Васильевском называется «Трудно быть богом» по повести Аркадия Бориса Стругацких. Был создан фильм. И вот атрибутика «Материальные вещи государства Арканар», в котором происходит действие, вот здесь и выставлены. Это можно посмотреть. Трогать нельзя, но посмотреть можно. Посмотреть, удивиться, пофотографировать, что еще надо. Очень хорошее времяпровождение в выходные. Ну, собственно говоря, вот и все. Больше ничего говорить не буду. Всем пока, всем привет. Приходите, смотрите. Я думаю, что понравится. Всего хорошего, до свидания.